Всех приветствуем, продолжаем играть, значит, уже за коммунистическую Италию с неадекватными человеками. Да давай ты! Лови скорость. Смотрите, вторгся в Португалию. Штурмует через реку и думает, что же мы его захватить-то не можем столицу. Пока он не хочет пробиваться через эти две провинции. Да что с вами не так? О, на юге захватили? Командир у них неадекватный. Сам ты неадекватный. Так, что-то я хотел изучить. О, завод построил. Опять не выполняет план по поставкам. Ну, брат, ты даешь. Еще не могут никак захватить. Ах ты, сволочь, из-за тебя Португалия мне не может поставить ресурсы. У кого мне их теперь купить? Теперь так. Франкистская Италия, Испании будем покупать. Ну так. Так, мне надо бы это, как его, купить. Сталь, у кого купить? Германии можешь купить. Германии, да, надо купить сталь. У них это и стали хоть одним местом. Иберийское побережье. Где там оно? А, это вот он. О, мы Лиссабон взяли. Капитулирен. Так. А где здесь у меня-то возможность свой альянс создать? Должна же быть где-то. О, Италия прежде всего. Линия наступления. Давайте. В эту провинцию. Вперед. Коммунизм, выборов нет. 50 дивизий наступают. На сколько вот там у вас там уже осталось? На от 20 до 46. А у меня 60 дивизий. Поняли, да? У меня 60 дивизий. Болгария запрашивает пакт о ненападении. Принять. Фу, слабаки. Болгары пойдут ко мне в альянс. И вместе мы тебя раздавим. Испанская армия, фашистская, самая сильная армия на Иберийском острове. Чем? Потому что больше нет стран. Ну не считая ВБ. Там одна провинция, это не считается, все дела. Чего? Охренеть. Ах, чешуеть. Когда там последнее автосохранение было? Что с тобой? 9 октября. Ты кого что? Я не записывал? А, я смотрю, кому-то сейчас Франция войну объявит. Франция, сука. А что случилось? Франция независимость гарантирует. Да Франция охренела. Что беспредел творит? Ведет оборонительную войну. Франция по беспределу идет. Я устрою сейчас оборонительную войну. А сможешь? Франция воевать не умеет. Так что, априори. Кыш, продолжай. Я воевать тебя не буду какое-то время. Переброшу свои 60 дивизий на севере, тогда смогу помочь. Франция априори не воюет. Нормально. Ладно, они мне теперь стали перестали поставлять его. Действительно, что это? Закупаться у Германии. Действительно, а что они нам сталь перестали продавать? Сволочь. Да не то слово. Авиакрылья придется задействовать. Так. Так, заводы перестали строить. Нам надо линию обороны построить. Да, удалить. Я выигрываю войну. Противника превосходства в воздухе. Эх, придется сейчас войска готовить, а я не хотел. Стоп, так ты уже воюешь, да? Да. В Африку их отправлять. Что вы никак не можете захватить одну провинцию? А, вы через реку идете? Да похер. Рома, ты все сделал, с паузы снимать?
Да, вроде все. Мои войска будут переброшены. Форсировать реку. Давайте, я знаю даже такое слово. Так, а у Италии, у Франции, вернее, по-моему, флот вообще никакущий, да? Ну, да. У него с чем-то каких-то кораблей неизвестных, так что флот у него, наверное, все-таки есть. Что же я понять не могу. Главное, чтобы Англия в войну не влезла раньше времени. Потому что Советский Союз уже не хочет в альянс. По непонятной для меня причине. Я попробую вот тут, ну-ка. Отлично, если я эту провинцию прорву. Наступаем. Наступаем. Да. Я что, зря выигрывал гражданскую войну? Ну то есть... Танки в боях. Вроде участвуют. Они, наверное, всё. Здесь пригодятся. Я выиграл. Можно вопрос, а где тут окно требований? Слева, внизу. Слева от чего? От всего. Не, ну вот и испанская и португальская, испанско-португальская война. Окно, а требования... У тебя война закончилась, да? Еще нет. Ну так а что ты хочешь тогда? Сейчас я захватываю территорию последнюю на материке. Вот когда захватишь, тогда и будешь о мире говорить. Запросы по импорту не выполнены. Какая страна? Мексика. Да вы издеваетесь? Нефть. А что у меня со своей... У меня, в принципе, своей нефть пока была. Блин, нет. А что танки не пополняются? Я понять не могу. А ты их строишь, эти танки? Да. Сколько? Два в день. Все, я захватил. Да. Теперь вторая проблема. Блин, и что делать теперь? Наступать. А у них где-то еще три дивизии осталось. В Африке. Ну, я понимаю, что в Африке. Как мне туда дойти? С моря высадиться. На каноэ переплыть море? Угу. Ладно. Правильно? Горнострелки. Задать. Так. Ну чё ж ты не выбираешься-то? Ну я тебя, допустим, хочу вот сюда добавить. А-а-а, нормально, раньше добавлялся, ну вот. Как мне выделить весь флот, который у меня есть? Я хотел бы показать... А, нашел обзор морского флота, да? У меня даже подлодка есть. 6. Какого хрена французы в войну здесь? Я всего 17% мирового напряжения создал. Пускай бы Китаю независимость. Я вон 10,5. Гарантировали. Слышишь, ну это я как бы... В принципе, могу поставить свои войска на границе с Испанией. Поставь, может они оттянут просто на границу с тобой побольше. Типа из-за возможной агрессии? Да. На всякий случай. Угу. Италия, у тебя есть альянс? Что ты говоришь? У Италии есть альянс? Нет. Нет у меня альянса, я один тащу, как этот. Позови немца. В коммунистический альянс. А, господи, Россия. Все, прорвал я их линию Мажино фактически. Линию Мажино? Ну или как он тут? Линия Чебурашки, все на прорву. То, что где вот ты идешь, там даже не линия.
Ну, у них тут укрепление есть тоже. Так что все норм. Я поржусь. Я сейчас попробую их окружить. Это будет жестко. Пофиг на Англию, всех затащу. А что у тебя там в Австрии, блин, в Африке творится? Война. Война священная. Блин, туда бы еще войск перебросить в Африку не помешало бы. Священная война. Блин, так они здесь вовсе. Война народная. Охренеть. Священная война. Немцы сволочи воюют на стороне этих мудаков. Да ладно. Ну, по крайней мере, их не войска там воюют. Этими. Добровольцами. Так. Знаешь, вот, а мне не повезло, потому что я не умею играть. Тебе не повезло просто так. Ты больше француза, ну ты понял. И производится необходимый палубный бомбардировщик. Нельзя отправить из района без морской базы. Я в районе с морской базой. Морской бомбардировщик, на все-таки, а не палубный. Рома, а у тебя есть в Тунисе войска какие-нибудь? Две дивизии там. Где оккупируй французов в Африке? Ага, оккупируй. У них-то сколько? 4. Ну ладно. Ты сейчас попробуй здесь немножко начудить. Вот так, допустим. Офигеть, я даже в Африке французов тащу. Французы вообще никакие войны. Так. Так он же по ней здесь не наступали. Так. А, они, видать, там обучались, а бестолочь. И тут война нечаянно наступила. Бывает. Так, какие мне нужны? Палубный бомбардировщик, ты как называешься? Просто палубный. А если у меня нет их в линейке производства? Может, морской все-таки? Да нет. Тактический штурмовик, истребитель стратегический. Ой, теперь шерстить эту авиацию, искать конкретно, что за палубный такой. А, ну правильно, морской бомбардировщик. С этими названиями, и эта локализация такая. Почему на палубе стоит? Через задницу. Потому что у меня тут с авиацией небольшие проблемы. Вот ты так скажи, ты засал. Кто бы говорил-то? Сейчас, ну, зайди за Францию, как ты умеешь. Тащи им. Я за Францию только в одной игре. А в этой игре Франция, по-моему, самая сложная, да? Чего? Ну, я помню, опрос видел на форуме стратегии мои, там спрашивали. Вот Чехословакия, по-моему, это сложнее. Чехословакия здоровая армия вначале. Сколько у них армии есть? Ну, неплохо у них там. Почему мы снова на паузе? Потому что у меня изучились технологии. И я вручную войсками управляю. Потому что тут французов дофигища войск, тут надо аккуратно. Рома, помнишь, я за Китай играл, против России воевал? Я тоже вручную управлял. Ну ты ж тащил. Ну да, ну в принципе как бы да. Я Монголию практически захватил. Практически? Угу. Офигеть, французы. Все бурели. У них, походу, вся армия в Африке сидит. Почему я не могу переправить в Африку свои войска? А, из какого хрена вот эта кнопка нажать? Чья это территория? Португалия. Что не так? Вот мои войска в. Офиг найти пустыни. Отходите вот сюда. Так, могу что-нибудь взять. Боевой дух. Скорость восстановления дивизии. Защита дивизии. Скорость дивизии. Во. Скорость дивизии это нам нужнее. Маневры, все дела. Охренеть, эти идиоты из Ниццы атакуют одной дивизией. Целый стек моих, где еще и танки сидят. Ну все, считай, ниц нет у них. Что, блядь?
Что? Тоже веселуха. О нет, моя армия решила обойти все Средиземное море, чтобы добраться до португальской Анголы. Бывает. Все Средиземье. Нет, ну нельзя же, да, в Гибралтаре пройти. Гибралтар до этих глубоков. Чтобы переправой воспользоваться, что мне нужно сделать? Порты иметь. Есть у меня порт. Значит, пользуйся переправой. Чтобы вражеских кораблей там не было. Насколько я понял. Да там вообще никого нет. Ну, значит, нормально можешь идти. Не переходит. Ну, значит, тебя англичане не пускают, это же их земля. Да вон у меня есть другая провинция, там, где есть порт. С одной и с другой стороны. Мне легче объявить войну всему миру, чтобы обойти. О, танки можно развернуть, пехоту можно развернуть. Одна дивизия. Блин, еще от авиации все через задницу работает. Только добровольцы, говоришь? Изменить? Расширенный призыв, да, ты говорил? Да. Ну, то, что у тебя максимум можно, то есть там. Ограниченный призыв, 2.5. Ну то, что тебе максимум дает, то есть... Всех под оружие. Саудовская Аравия в войне потеряла 96 человек. Какая бой. А ты сколько? 26 тысяч. Ну и англичане 33. Ну и немцы там хрен знает сколько, не отображено. Да там одни немцы воюют в Саудовской Аравии. Да, конечно. Ну хотя возможно. Невозможно, а так оно и есть. Слышите, а экспорт вы какой сделали? Стандартный какой был. Италия прежде всего. А, приоритет экспорт, да? Сейчас посмотрю. Ну, вообще лучше закрытая экономика, ты никому ничего не продаешь. Ничего. Так, удар по Франции, я смысл его изучать. Ой, то есть не покупаешь, а не продаешь, короче. Не покупаю, не продаю? Нет, ты покупаешь, но не продаешь. По идее. В принципе, можно, но а смысл? Море наше. Просто скоро строительство плюс 10 есть. О, лучше, видимо, свободную торговлю сделать. Наваливаю. Тут время исследования меняется. Ладно, пусть останется. Я мобилизацию. Свободные верфи. С какого перепуга? Ага, у меня ничего не производится там. Всего лишь на 300 тысяч у меня увеличилось количество этих бюзат. А чё мы на единице? Уж и Томас опять отстает. Я не отставал. Само уменьшилось. Мы, да? На четверке вообще-то. Теперь. И на паузу. Да. Ну паузу вы сами поставили. Да конечно. Но ага. Я тут совершенно ни при чем. Угу. Мы танки французов. Ну тащим. Уже один плюс есть. Я могу по французской земле ходить. С какого-то перепуга. Быстро сел. Кого ты там уже сажаешь в тюрягу, беспредельщик? Скажите, мне у вас в шаблонах по одной линии идет? То есть шаблоны для большинства стран разные. Вот, допустим, вы выбрали пехоту, да? Сейчас. Так, ну, вот линия у вас одна или несколько вы линий строите одного отряда? Ну, когда есть необходимость, я несколько линий строю. А так по... Ладно. Ну, если... Ты имеешь в виду про набор размещения? Да. А при чем тут шаблоны? Ну, я ошибся. Прошу прощения. Там вообще значения не имеет. Да, там, по-моему, без разницы, сколько хочешь. Ладно бы, если он там какой-то бонус, как в предыдущих частях, ага, за параллельное производство.
тут... А там, по-моему, какой бонус-то был? Типа скорость быстрее? Там, смотри, допустим, если нет? ты в одну линейку на один конвейер ставишь больше, ну, то да. они суммируются, скорость уменьшается потихоньку. Да. Так, нужны полевые госпитали. Так, продолжаем наступление. Если нет оборудования. Не было у тебя никогда оборудования. Так, транспорт, мне нужна транспорт. Сейчас я попробую 4 дивизии окружить и уничтожить. Вот тут момент, когда даже Литовская империя воевать умеет и потеряла 828 человек, а Эстония 30 тысяч. Литовская империя. Звучит. Блять. Литовская империя забирает 2 региона. Литовская империя, это как вообще? Это легко. Литва рулежденно. Легко и непринужденно? Да. Литовцы отступают, но не сдаются. Да. Да. Это салютует, сука. Война началась. Вы слышали, да? Да. Это к тебе агенты пришли. Не нравится им, что ты дурагозишь. Высокий уровень сопротивления. Как мне его понизить? Войска пошли на территорию оккупированную. И все? Угу. Ну и полицаев туда добавили. Не, это даже без полицейских работает. Ну, они бонус добавляют к подавлению. По одному отряду хватит в каждом провинции? Да должно хватить. Ты посмотри, как, например, через пару дней. Вот как этот хуй один прошел? Сука. Как он прошел один? Он не проходил постоянно. Он проходимец. Да как ты? Чё ты снова? Сука, волшебник какой-то. Когда я не вижу, прошел Гибралтар. Когда я вижу, он через все Средиземье хочет пройти. Так, перегруппировать скорость восстановления. Пехота, атака пехотной дивизии, оборона пехотной дивизии. Вот этот вот хороший. А это корабль, может, в порт надо засунуть, чтобы... Чтобы адмирала нанять, да? Нет, чтобы эти переходили. Нет. Войска. Не обязательно. Адмирал у меня и так есть. Я просто при необходимости... Ну, через это... Я не знаю, что... Алюминий нужен. Тупят. Что ты мне алюминия мало продаешь? Что ты мучаешься? Отправь их в один порт и отправь в другой потом оттуда. Что ты паришься? Что? Из одного порта в другой перевези их. О, чё они сейчас идут уже? Ты, видать, в ту войну так навоевал, что они тебя больше не слушают. Я не понял. Мне даже интересно стало. Давай-ка альянс заключим, чтобы просто посмотреть, что у тебя происходит. Вот скажите мне, вот сейчас как-то начала переходить Гибралтар армия целая, 60 дивизий, но одна дивизия перейти не хочет. Так. Блин, потому что они у тебя в порту стоят, а из порта в другой порт можно их отправить. А, это на порт надо нажать. Да не надо нажимать, вот они тебе стоят в провинции с портом. Отправь в другую провинцию с портом. Все, я понял, как делать. У него там вообще стоят они в провинции, нифига не делают. Ну или передай контроль над ними Литве, пускай он затащит тебе войну. Блин, а он проход войск не хочет давать. Нафига тебе проход войск, если ты из одного порта в другой шлешь? Не, я переслал просто в другое место. Я вообще не понимаю, что у тебя происходит. Так, значит, ты... Нафига французы войск отдали? Сейчас французы испугаются. Главное, чтобы они не вступили в этим сам. Он как англичашка раньше времени. Они в любом случае вступят. Ну, пускай подольше. А еще не сразу же они в это призывают стать. Ух, ёба. Это как вообще происходит? Шо? А как можно посмотреть... А, все, она дает мне право прохода. Франция. Я думаю, а что это я могу через французские территории ходить? Это так вот просто. Тупой компьютер. Так, отмени да все.
перевести сюда. Ты можешь отступить куда-нибудь? Трындец. И отсюда вот сюда. Что это такое у меня? Члены вашего альянса обороняют обосновывают цели войны. Молодцы. Литва бешеная на всех против нападает. Сиана. Против да, Сиама. Ага. Италия против Сиама готовит. Так. А, блин, я забыл про Сиам совсем. Да чертовы французы. Слышишь, они что, тебя побеждают, что ли? У меня тут две дивизии, что ты хочешь? В смысле две дивизии? В Африке. Две армии. Сейчас я приду. О, хрен, а тут наступление идет. Что за херепень? Нет населения. Так. Ну, доблестные танки пускай затащит. Я могу наконец развернуть. А где эти-то развернулись? А, они уже давно готовы. Так, значит, вы добавляю вас сюда. А ну кон нафиг туда. Зря я вас что-то подготавливал. Так. Ты сюда и вот так. За самоубийственные атаки, так. Так, вот сюда. Так, где там подкрепление-то наш? Идет, идет. Нафига сюда-то атаковать? Пускай свободные сюда прорвутся. О! И вот этих здесь добить. Нормально. Главное, чтобы не сбежали с порта. Оп! Блин. А я вот так сделаю. Так, дальше комп должен зарулить. Что у нас здесь? О, подкрепление. Наконец-то прибыл. Нужны еще войска срочно. Отправить их сюда. Еще 6. Этих бы тебе пригодилось. Раз, два, три. 6. Ага, у меня уже снаряжения не хватает. Я вернулся. Ну что тут, еще не проиграл? Это они долго идут через всю Африку. Ты с чужой территории один хрен не сможешь атаковать. А что мне делать тогда? С моря высаживайся. Сука. Блядь. Самый умный. Да, тогда иду сюда. Ты чё, Чехословакия против меня воюет? Две дивизии добровольцев, блин, во Франции идти. Тоже мне великие бойцы. А можно вопрос, как мне нанять флот? Твой флот строится там же, где я. Только целый в правой панельке. Определила свою судьбу, что? А, все, я не то смотрю. Слышишь, можно Литовскую империю призвать в этот войну ко мне. Че? Болгарию. Че, думаешь, я пойду? Да. А Болгария у нас в альянсе? Ух ты, с такого перепуга. Думаешь, я пойду? Рома, мне, по-моему, легче это объявить войну Франции, ну, вступить в твою войну и воевать,
Ну так сделай так, что ты паришься? Чё я парюсь вообще? Ты войска на границу поставь, я тебя призову. Или ты хочешь, ты в Африке-то оставь несколько этих? Не, я оставлю. Я а, ты их на свою границу поставь, и я тебя призову, скажешь, как это. О, они отсюда войска убрали, интересно сказать. Слышишь, у них в Африке много людей? Блин, они в основном сидят на моих границах. Ну, прилично. Ну, главное, что на твоих. Позитивный человек. Ну так. Так, здесь пока не вариант. Фига у тебя высота. В Африке это войско. Что? Войск, Рома, в Африке много. Какого хрена тут фронт прервался, а? Все пропало. Так, где там мои заводы? Производство все надо. Так, танки, похер на танки. Похер на самолеты. На артиллерию тоже похер. Нет, сюда похер. Иди. Так. Ну неужели эти не могут тут танк? О, правильно. Все сюда теперь. Так. Сюда. Я же так могу это, как его, если с Францией буду воевать, я же так смогу дойти до Португалии. Да. Хоть как-то. Так, французы без предельщики. Ну все, скоро я в контрнаступление пойду. В Африке. Танк вообще можно перевести? В смысле танк? Ну, через... Из порта в порт. А почему нет? Так же можно. Шармия. Они тоже. У меня не переходят. Я нажимаю на порт, они не переходят. А, где? Бля, вот. Снова идут. Вот на юге Испании у меня. Дюк. Я хочу в Африку. Нашел. Боевая единица не может войти в провинцию. Почему? Из-за флота? А введи его. Обвел. Теперь смотри, у тебя в Африке стоит одна провинция. Угу. Одна. Нажми на эту провинцию правой кнопкой. Отдай приказ. Че, никак? Вот, поплыли, что ты паришься? Они так... пошли, не поплыли. Пошли. Они пошли вокруг. Трындец. Может, у тебя конвоев не хватает для перевозки? У тебя сколько конвоев? Сейчас скажу. Так, где-то конвои. Они наверху, там, где очки. А, 118. Должно хватать. Я не знаю, в чем твоя проблема. Вражеский флот. Да вроде у них только несколько подводок должно остаться. Короче, ты там знаешь, что сделать? Просто создай там фронт и передай войска фронту, они сами. Короче, это мне надо выбрать армию, нажать на один порт. И потом нажать на второй порт. Я просто их отправляю в порт, я ничего не нажимаю. Обвел их и отправил просто в провинцию с другим портом. Как по земле и все. Всегда так делал. Почему Португалия не сдается? Ты еще не все им войска уничтожил. Блин, три дивизии где-то осталось. Всего лишь. Я решил предпринять... что-то опрометчивое, совершить переворот в Советском Союзе. Бесполезно. Лучше, знаешь, что? И ты сдурел, ты окажешься между Третьим Рейхом и фашистским Советским Союзом. Они же тебя размажут, как нифиг делать. Ты думаешь, он победит? Великую Литву? Я имею в виду переворот. Переворот.
Я не думаю. Просто вперед. А у тебя оружие лишнее есть, ты лучше бригад скрипал. У меня населения нет. Тоже вариант. Как создать вторую армию? Генерал армии. И переворот это не фашистский, а арест этот. Демократический. Слышишь, а в этой войне ВБ воюет, нет? Нет. А, то есть ты воюешь с Францией и Саудовской Аравией. Так. Угу. Ну, если я нападу на Сиам, Британия мне войну объявит, поэтому я на Сиам пока не пойду. Хреново, однако. Я гнал свою армию через половину Западной Африки и вернул обратно. Так, я могу от части нефти отказаться. То есть полностью от покупки какой-либо нефти я отказался. Отлично. И сталь можно лишнюю тебе не закупать. И вот эту хреновину тоже. Вольфрам. Ох, тот вольфрам я много закупаю. Британия уже в альянсе с Францией, но Британия в войну не спешит. Это хорошо. Вот она вступит, когда я зайду. Пускай она вообще не вступает. Мы как-нибудь сами, без них. Угу. Французы сейчас не будут ожидать атаки с моего фронта. Хотя у них там есть армии. Ты только сам войну не начинай, а то в эту... Не, это я понял, да. ВБшку призовешь, нафиг. Смотрите, вот те территории, где у меня стоят доты, там сложнее пройти, естественно. Ну, конечно. Естественно. Даже если их не оборонят войсками. Нет. Если ты их не обороняешь войсками, они просто пройдут. Чё пустые доты им сделают? Пустые доты, все, я понял. Чё так заводы долго? Мне нравится, что Китай отбивается. Скажите мне, пожалуйста, вот как мне это увеличить? Вот задействованные фабрики 5 из 15. Строй этими фабриками, что-нибудь они будут задействованы. Пофиг, хоть что-нибудь. Производство строй. Имеешь в виду? Ну, у тебя фабрики гражданские не задействованы. Ну, да. Ну, строй военные заводы, другие фабрики строй, инфраструктуру. Я вот и строю военные заводы, но все равно использую 5 из 15. И больше ни на что не используются. Они у тебя случайно... Ах, такая бомбардировка, ты ж... Нет. Я даже не знаю, что сказать, сейчас серию закончу, подожди. По-моему, там уже 40 минут набежало. Ага, вот он. Ну что ж, всем пока, ждем следующую серию.